Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами рассмотрим, как создать тест. Я использую Google сервис. Что для этого понадобится? Для этого нам понадобится заготовка, например, документ в виде вордовского файла самого теста. И непосредственно сама регистрация в Google. Для создания теста нам необходимо перейти в поисковую систему Google, нажать на этот значок, который обозначает приложение Google, и выбрать диск. У меня аккаунт уже создан. У вас система может попросить ввести логин и пароль для входа. Что делаем дальше? Ну, дальше, к примеру, я создам папку отдельно для теста. Создать папка. Название папки у нас будет тест. Создать. Открываем папку тест. Нажимаем создать. Еще. И выбираем Google форму. И у нас открывается Google форма, в которой мы будем создавать тест. В верхней части мы указываем название теста. Для этого мы открываем вордовский документ. Копируем заголовок текста теста. Новую форму и вставляем. Далее введите первый вопрос. Ну, первый вопрос мы попросим ввести фамилию, имя, отчество участника теста. Текст строка. Краткий ответ. Здесь участник теста будет записывать свой ответ. Обязательно вопрос. Таким образом добавляем следующие вопросы. Нажимаем на кнопку плюс, добавить вопрос. И далее здесь мы добавляем вопросы теста. Копируем первый вопрос. Копируем ответы, вставляем. И таким образом добавляем остальные вопросы. После того, как мы добавили с вами все вопросы, мы можем перейти к настройке внешнего вида теста. К примеру, можем изменить тему оформления. Настроить тему. Здесь можно выбрать цвета, цвет фона, цвет темы или же выбрать изображение. Ну, примерно выбираем здесь тему. Здесь есть множество заготовок. Примерно, ну, вот такой. Выбираем тип оформления теста. Вставить. Оформление нашего теста поменялось.
Для того, чтобы назначить каждому ответу определенное количество баллов, нам необходимо включить режим тест. Для этого переходим в настройки. Выбираем вкладку «Тесты» и включаем. Настраиваем параметры. То есть сразу после отправки можно показывать оценки, либо можете после ручной проверки. Это когда непосредственно вы сами проверите тест, и уже после этого будет показана оценка. Ну, давайте сделаем сразу после отправки. Нажимаем «Сохранить». Для того, чтобы указать правильный ответ, мы с вами вновь нажимаем на вопросы, к примеру, первый. Внизу нажимаем «Ответы» и указываем верный ответ. И назначаем количество баллов. То же самое проделываем с остальными вопросами. После того, как мы проставили баллы за верные ответы, мы можем с вами просмотреть, что у нас получилось. Для этого необходимо нажать на значок «Просмотр». В таком виде будет виден тест участника. Давайте попробуем ответить на вопросы и посмотрим, как он будет работать. После того, как мы отметили все вопросы, нажимаем на кнопку «Отправить». У нас выйдет сообщение «Ответ записан». Мы с вами можем посмотреть результат. И здесь будут показаны верные и неверные ответы. Сколько всего набрано баллов. Также этот результат будет виден вам. Для этого нам нужно нажать в верхней части вкладку «Ответы». У вас будут отображаться ответы. Здесь можно посмотреть сводку как общую. А также отдельный пользователь. Нажимаем «Отдельный пользователь» и смотрим. Пример Сасимбаева Жанна. Здесь будут указаны ответы, правильные и неправильные ответы. Также сумма набранных баллов, количество набранных баллов. Также можно посмотреть результаты и в сводной таблице. Создается тест Google таблицы. Здесь отмечено время, баллы, ФИО и вопросы. Для того, чтобы отправить тест обучающимся, необходимо нажать на кнопку «Отправить». Можно выбрать несколько способов вариантов отправки. Ну, например, выберем ссылку. Нажимаем на короткий URL и копируем ссылку. Например, отправим в Classroom. Открываем задание в Classroom. Добавить. Ссылка. И вставляем
скопированную ссылку. Вставить, добавить ссылку. Учащиеся могут пройти тест как на ноутбуке, так же на смартфоне или на планшете. Открываем ссылку. И проходим тест. Спасибо всем за внимание.